Молодые сейчас смотрят на жилых людей, какое-то мешающее, что-то отжившее. Мешающее идти вперед. Но в мироздании нет движения вперед. А есть движение только вглубь. Думайте, только вглубь. Я искренне хочу всех вас поздравить, потому что, когда камертоном вашей жизни становится вера, надежда и обязательно любовь, то сердца многих людей открываются вам. И в этом потрясающий эффект общения от человека к человеку, от сердца к сердцу. Достаточно долгую жизнь, если могу с уверенностью сказать. Если в фильмах нету любви автора к своим героям, своим людям, то такого произведения, как искусство, не может быть. Не может! Поэтому я вас призываю открыть свои сердца для любви. Открыть свои сердца для любви. Близко человеку, потому что в этом есть все. Да любите друг друга. Вы слышали такую заповедь? Да любите друг друга. И тогда ваши сердца будут наполнены любовью. Значит, зрители, которые будут смотреть ваши фильмы, они также будут себя переживать, так же, как и вы себя переживаете. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Удачи! Вперед, фестиваль! Давайте еще раз поаплодируем. Михаил Лепеков, почетный президент нашего фестиваля. Спасибо большое. Спасибо за это напутствие. Это самые лучшие слова, самые главные слова